хочу применить в жизнь те знания, те навыки, которые я получил тут в плане дизайна. Хочу это как-то воплотить и зарабатывать. Становитесь на отработку в столовую, и тогда вы сможете всегда в очереди быть первым. Да, ребята с моего курса, мы все имеем какое-то общее направление мысли, мы все очень творческие и друг другу всегда помогали, занимались какими-то общими проектами, поэтому, да, мой курс, он стал моими друзьями. Ну, у нас очень крутой, просто потрясающий состав преподавателей был. Они все молодые, такие же, как и мы. Они очень творческие, и когда смотришь то, что они могут делать, ну, очень вдохновляешься и хочешь быть, как они. Я бы, наверное, спонсировала какую-то открытую, может быть, летнюю такую столовую, где ребята могли бы на свежем воздухе принимать пищу, общаться, отдыхать. Очень запомнились мероприятия, которые вот Christmas-пати, Sky Dome очень вдохновлял. Плов-пати тоже было шикарно.